На уровне республики в праймеризе приняли участие более 10 тысяч претендентов, из них 827 – акмолинцы. Каждый участник политической кампании – победитель, считает аким области Эрмек Маржакпаев. По его мнению, граждане получили возможность высказать свою позицию и заявить о реальных проблемах общества. Нашими кандидатами было проведено более 6 тысяч встреч с охватом почти 200 тысяч человек. Какое количество людей приняло участие, представляете? В том числе в первичках прошло более 2000 встреч с охватом более 60 тысяч человек. Участниками праймериз поступило 1300 наказов и предложений от населения. Те кандидаты, кто впервые участвует в праймериз, получили бесценный опыт политической работы, публичных выступлений в различных аудиториях. 40% акмолинских кандидатов – женщины. Каждый четвертый участник – представитель молодого поколения. Претенденты разработали свою предвыборную программу в различных сферах. В ходе праймериз, конечно же, много встречалась с организациями, с людьми, с коллективами. Очень много слышала вопросов, которые мне задавали, наказы получила, напутствия. И что интересно, что людей волнуют в основном социальные вопросы. В основном задавали вопросы, касающиеся обеспечения чистой питьевой водой, теплом, там, газом, да, доступность образования, развитие малого и среднего бизнеса. Вот такие вопросы в основном задавали горожане. Считаю, что праймериз состоялись, потому что изначально я тоже так задумалась, насколько они будут честными, открытыми, прозрачными. И вот такая правильно организованная работа, такая корректно организованная работа, мне кажется, дала возможность всем участникам праймериз проявить себя. Граждане, предложившие свой подход к решению различных проблем, должны продолжать вносить вклад в развитие общества и после праймериза. Это проявление истинной гражданской позиции, считают члены партии. Итоги политической кампании будут объявлены 15 октября. Саня Кобжасарова, Гамбек Манарбекулы, Болжан Смагулов, Абайтулеген, Кокшиахпарат.